Маленькая Диана спокойно спит, ее мама говорит, обычно в это время в их графике нет дневного сна, но летом он сбивается по одной простой причине – ночью спать невозможно из-за шума. Если зимой окна закрыты всегда, да, то летом, естественно, хочется открыть свежий воздух, а вечером начинают ездить все мотоциклисты, соответственно, ребенок начинает вздрагивать, постоянно боится, только уснет, начинает просыпаться. Теплое время года перестало радовать Кристину и маленькую Диану после переезда на Чкалово. Девушка рассказывает, спать по ночам становится невозможно взрослому человеку. Что уж говорить о ребенке. На вопрос про запрещающие езду после 11 вечера знаки только машет рукой. На скорости под 200 мотоциклисты их просто не замечают. С такими лихачами пытаются бороться не только с помощью запрещающих знаков. С наступлением сезона на центральные улицы выезжают вот такие патрули. Шанс поймать нарушителя спокойствия у мотополицейского значительно выше, чем у простого сотрудника. Ну а предупреждение о запрете на позднюю езду вместо прощания. Движение по улице Гагарина и по улице Чкалова до 23. После 23 движение мототранспорта по данным улицам запрещено. Но вот если с появлением мотопатрулей ДТП с мотоциклистами стало меньше, то вот число любителей погонять после полуночи не уменьшается. И штрафы их совсем не пугают. За текущий период этого года у нас произошло на территории города Оренбурга 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 мотоциклиста получили ранения. В аналогичном периоде прошлого года у нас произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек пострадал. Жалоб сейчас в последнее время не так много поступает. Ну да, естественно, есть такая у нас проблема, как говорится, что из определенной группы, скажем, байкеров кто-то хочет выделиться. И если некоторые там ездят нормально, то некоторые вот специально, что ли, они так и делают. Кстати, байкеры со стажем подобное поведение тоже не одобряют, ведь из-за одного любителя быстрой и шумной ночной езды косо начинают смотреть на всех. Летать там 250 км в час по дорогам общего пользования, я считаю, это непозволительно и очень опасно. Поэтому как бы многим, да, действительно это мешает, и многие, не разбирая разницы между теми и теми, складывают для себя общее мнение, что все мотоциклисты как бы шумят, все мотоциклисты летают, опасные там и так далее. Выход найти можно всегда, говорит байкер. К примеру, тем, кто хочет погонять, можно выбирать места менее людные. Есть места не в городе, где можно это делать. То есть, ну, где можно, по крайней мере, ехать быстрее и намного безопаснее. Где дорога разделена двумя проезжими частями, где есть барьерное ограждение, да, где не может вылететь встречка, где нету таких частых поворотов и светофоров. То есть там, ну, наверное, да, пусть даже это будет с нарушением правил дорожного движения, но, по крайней мере, это будет намного безопаснее, чем делать это в городе. Ну а тем, кому нет дела ни до собственной безопасности, ни до правил дорожного движения, ни до спокойствия людей, рядом с которыми ты живешь, придется разоряться на штрафы.